Мне кажется, мы набрали какую-то вот такую вот скорость, набрали ощущение, кто нам нужен, кто нужен зрителям. Я удовлетворен этим фестивалем, хотя я уже сейчас думаю о будущем, я думаю, каким будет этот сезон, думаю, куда могут развиться вот эти команды. Были неожиданные выборы у звездных тренеров. Оце я перший раз на фестивалі був, було складно. Ти дивишся не тільки, як команди виступають, як їх сприймає зал, а ще дивишся, наскільки ти можеш вписатись в їхню команду, чим ти їм там можеш допомогти. Якби я був просто глядачем в залі, було б дуже весело, а так я в журі і було важкий вибір був дуже сильний. Що ви хочете від мене услышати? Це другой фестиваль, він відрізняється від предыдущего. Вот. І поэтому жизнь наша меняется. Вот и все. Я знала, что последняя команда будет самая сильная, поэтому именно для этой команды я приберегла последнее, ну, второе место, да. Выбрала ребята, они выбрали меня, соответственно. Это команда из Запорожья, Фантазюра. Я им очень благодарна, очень. В древней Спарте слабых и некрасивых мальчиков сбрасывали в яму. И так на самом дне яма. Поздравляю, вы в команде «Фантазёры».